Не надо шутить, не надо шутить, не надо шутить с войной, блин. Не надо шутить, не надо шутить, не надо шутить с войной, блин. Ты с кем шутишь, блин? Ты подумай, блин. Ты с кем шутишь, блин? Ты подумай, блин. Ты с кем шутишь, блин? Ты подумай, ты с кем шутишь? Привет, суперусоманьяки! Не надо шутить, не надо шутить, не надо шутить с войной, блин. Не надо шутить, не надо шутить, не надо шутить с войной, блин. Ты с кем шутишь, блин? Сегодня я хочу рассказать, что значит для меня участие в Короле Хардкора 2011. Для меня это ничего не значит. Я просто выйду на ринг и порву всех этих неудачников. Особенно это касается тебя, Иван Марков, Локомотив. Я помню тебя совсем щенком, как ты в первый свой день в НФЛ подошел и с дрожащей рукой попросил у меня автограф. Иван Марков, может быть, ты забыл, как я тебя провел в свой фирменный раскали алмаз? Ты подумай, ты с кем шутишь? Ты подумай! Давай еще тебе напомню. Раскали алмаз! Не надо шутить, не надо шутить, не надо шутить. И для Димы Кутевой из Перми. В третий раз. Ты подумай, ты с кем шутишь? Ты подумай, ты с кем шутишь? Ты подумай. А для тех, кто забыл, кто я, напоминаю. Я Руслан Серегин, Супер Рус, и я ваш хардкор король! Ты подумай, ты с кем шутишь? Ты подумай, ты с кем шутишь?